Витископ. Конгресс – это был хороший промежуточный, такой промежуточный знак препинания в нашем процессе. То есть такой момент, где мы отфиксировали три самых главных вопроса, которые реформа предлагает. Три вопроса изменения отношений. Первое – это изменение отношений государства и спорта. Спорт как саморегулируемый автономный вид деятельности. Второе изменение – это изменение системы организации спорта высших достижений. И мы предлагаем прозрачный механизм рейтингования федераций и финансирование подготовки спортсменов к международным соревнованиям. И третий – это изменение принципа организации массового спорта. Мы предложили переход к адресному финансированию, компенсации затрат на каждого спортсмена. Другими словами, знаете, куда идет ребенок, туда приходят и деньги. В те виды спорта, которые родители хотят отдавать детей, в те школы, в те клубы, в которые родители хотят отдавать детей, вот туда и должны идти деньги. Все эти три изменения являются очень мощным вкладом в демократизацию страны и очень мощным вкладом в вопрос построения гражданского общества, поскольку такая система взаимоотношений, она будет требовать совсем нового уровня организации федерации. Это совсем другой уровень ответственности и для федераций, и для спортивных клубов. Таким образом, в нашей стране роль общественных организаций будет играть все большую и большую роль. Следующий этап – это подготовка к внедрению, к ратификации закона, принятию концепции и к внедрению на уровне уже нашего спортивного сообщества. Витископ. Спортивное видео.